Клавдия Макайкина вместе с подругами занимается скандинавской ходьбой в парке Подрезково. Признается, здесь есть все для активного отдыха. В парке обустроены беговые дорожки, спортивная и смотровая площадки, а также детская игровая зона. Это уже есть. Очень благодарна, что это занимаемся. Как по возможности не на даче, значит здесь. Парк пользуется большой популярностью химчан. Отдохнуть на свежем воздухе приходят и пенсионеры, и подростки, и мамы с детьми. Чтобы обсудить перспективы развития парка Подрезково, активные жители городского округа встретились с архитектором. Дизайнер показал им различные варианты благоустройства территории и предложил самим выбрать, каким они хотят видеть обновленный парк. Обсудить с жителями дизайн-проект пришли лидеры движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить» Руслан Шаипов и Алексей Федоров. Обсуждались различные вопросы, выдвигались предложения, жители составляли соответствующие анкеты со своими пожеланиями. Следует учитывать мнение всех жителей различной возрастной категории. И такие встречи планируется проводить на регулярной основе. Активные жители сами предлагают варианты развития парка Подрезково. Например, пенсионеры просят поставить больше лавочек и организовать дискотеку. А с наступлением зимы ждут открытия ледовых горок, на которых смогут кататься и дети, и взрослые. В парке Подрезково и в парке Экоберег вот такой уникальный ландшафт парков позволяет использовать естественные склоны, но они достаточно большие и, скажем так, спуститься, прокатиться хорошо, а подниматься уже тяжело. И поэтому такое пожелание от жителей было и на Экоберегу. И здесь мы такой вариант рассматриваем, но это еще, конечно, в планах мы будем обсуждать. И плюс жители сами попросили, чтобы обустроить горки на естественных склонах, чтобы для катания на тюбингах. Сейчас выгул собак в парке Подрезково запрещен, но жители просят организовать площадку для отдыха вместе с домашними питомцами. Дизайнеры планируют отгородить зону, на которой можно будет выгуливать и дрессировать собак. При этом животные не будут мешать другим отдыхающим. А вечный вопрос, что лучше, брусчатка или газон, архитектор решил, просто соединив эти два материала. Территория парка позволяет, конечно, реализовывать глобальные проекты благоустройства. Это развитие нижней части парка, где можно устроить зону для отдыха у реки, пляжные виды спорта, также прогулочные зоны. Дизайнеры планируют провести еще несколько встреч с жителями, чтобы каждый желающий мог высказать свои предложения по благоустройству. Все идеи передадут в проектное бюро, из них дизайнеры выберут наиболее перспективные. Идея по благоустройству и расширению парка Подрезково была выдвинута самими жителями микрорайона. Инициативу горожан разместили на портале hish.online, где она набрала большое количество голосов. А лидеры движения общественной поддержки Владислав Мирзонов, Сергей Мариновский, Александр Якушин, Руслан Шаипов и Алексей Федоров помогли ускорить начало реализации проекта.